Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие мои самые хорошие зрители. Сегодня опять у нас такая интересная тема. Так что, у кого глаза горит, у кого глаза шипит, ну, есть, да, такие люди, чешутся, глаза горит, глаза просто шипит, постоянно моргает, там, дальнеближний делает постоянно глаза. Короче, вот смотрите, что надо делать? Просто вам нужен единственный... сидеть в тихом месте и открытым глазами. Не надо моргнуть. Не надо моргнуть. Просто 1-2 максимум 3 минут смотреть на одну точку. Не надо моргать. Вот не надо вот так дальнеближне делать, как семерка. Вот так что надо просто сидеть, смотреть на эту точку. И увидишь, что когда ты не будешь моргать, у тебя слез пойдет, слез. Вот когда это слез видишь, раз, тик-тик-тик-тик, и все, глаза там закрываешь, крутишь этот, вот это черное есть, вот это черная фара. И вот налево-направо, и все, у вас эта проблема пройдет. Я вам 100% говорю, проверяйте, потом мне скажите. Но, есть одно но. Надо просто терпеть. Терпите, не надо моргнуть. Я еще раз говорю. Тик-тик, не надо глаза делать. Если вы видите, что глаза горят, уже хотите вот моргать, как этот дальний ближний делать, держите вот глаза так, чтобы они не этот. Или там спичку вот так оставите, чтобы как этот мультфильм же есть, спичку там оставите, чтобы она не закрылся. Вот. Так что таким образом вы можете убрать этот шип, и когда глаза горят, вот таким же образом вы его можете это делать, короче. Так что берегите себя, проверяйте, напишите комментарии, дорогие мои друзья.